Вот, смотрите, запускаю браузер Firefox. Загрузится только активная вкладка. Неактивные вкладки в фоне не будут загружаться. Будут загружаться только когда вы на них перейдете. Эта фича применена в Firefox, самая первая из браузеров, где-то с 2010 года. Ну, они якобы решили облегчить нагрузку на процессор, чтобы все вкладки одновременно не грузились, уменьшить потребление памяти. Ну а что делать тем, у кого супер мощный компьютер и огромное количество памяти и очень быстрый интернет? Приходится переходить вот так вот, ждать, когда загрузится. Вот так. Вот эти вот дергания все. Как отключить, я не нашел в Firefox. Но зато, если установите браузер Brave, то в нем, смотрите, вот глобус стоит, глобус. Видите, поменялся на ярлычок. Вот тоже сейчас глобус этот загрузит. Вот. В фоне загружаются вкладки. Это браузер Brave. Если у вас Chrome, то один русский программер попытался создать дополнение для Chrome. Называется браузер, не отгружая вкладки. Пробуйте его. Так как Brave написан на движке Chromium, то это дополнение в Brave установилось, но никакого эффекта оно не дало, потому что в Brave и так странички в фоне загружаются и открываются. Еще, чтобы ускорить Brave, наберите здесь lazy, что в переводе с английского обозначает лень. Это еще ускорит страницы при условии, что у вас быстрый интернет и мощный комп. Вот эти вот три параметра отключите. Disable, disable, disable. Это ленивая загрузка страничек, картинок. То есть то, что видно пользователю, то загружается. А остальное подгружается по мере прокрутки. Это дополнительная нагрузка на процессор. Ему проще загрузить всю страницу при быстром интернете. Так что отключайте эти три фичи. Ну вот и все. Всем пока.